Поздравляю с подписанием контракта. Как возник вариант продолжения карьеры? Ну, как вы знаете, с Рухом случилась такая ситуация, что команда ушла во вторую лигу. Я остался временно без команды и позвонил главный тренер, спортивный директор. Предложили вариант Гуми. Меня этот вариант заинтересовал, поэтому принял такое решение приехать сюда. 9 лет пошел на футбол в городе Бресте. Вот, в Дюшоре тренировался до 13 лет. 13 лет поступило предложение приехать в Минск, училище Олимпийского резерва. Там собирались все, кто вызывался в сборную на тот момент, нашу первую. Вот, и 3 года прожил там, потом обратно вернулся в Брест, тренировался с основным составом, сборы. То есть, и так как к основе не подпускали, пошел в первую лигу в Рух, тогда была команда первой лиги, там тоже не играл полгода, и пошел в аренду в Энергетик. И вот, и пробовал в Энергетике 2,5 года, потом закрепился. А в прошлом сезоне ты принял участие в матче с Гомелем. А какие впечатления у тебя остались от этих матчей? По первой игре тогда проигрывали 2-0, тогда у Гомеля случилось удаление, вот, и на морально-волевых выиграли тот матч, конечно, да, эмоции сумасшедшие были. Все-таки с 2-0 отыгрываться и побеждать всегда приятно. А вторая игра запомнилась тем, что играли тут на стадионе. Было много людей, болельщиков, атмосфера. Вот, как бы, в таких трибунах всегда приятно играть. Но тогда удача была не на нашей стороне, поэтому проиграли этот матч. Ты сравнительно недавно тренируешься с Гомелем. Какие впечатления от тренировочного процесса и успел ли освоиться в команде уже? Ну, освоиться успел, но по сути была только одна тренировка. Как бы про тренировочный процесс пока ничего не могу конкретного сказать. А приняли хорошо в команде, атмосфера хорошая, все на одной волне. В команде сейчас достаточно много игроков из Энергетика. Да. Как общаешься с ними? Да, да, общались, сейчас общаемся плотно, живем сейчас вместе пока что, какой-то период времени, поэтому да, все хорошо. Проще адаптироваться, когда больше друзей? Ну, естественно, всегда легче, когда есть свои друзья, знакомые. Твоя коронная позиция, например? Центральный защитник. И все время играл? Всегда центральный. И какие цели ставишь для себя лично в этом сезоне? Хочется как можно больше матчей сыграть, принести пользу команде и заявить о себе.